Почему Наруто выбрал Хинату вопреки своей любви к Сакуре? Какие чувства испытывал Наруто к Сакуре? Обо всем этом далее. Всем доброго времени суток, с вами Анизора. Сегодня день всех влюбленных, и когда, если не сейчас, самое время такой теме видео. Поздравляю всех с праздником и желаю приятного просмотра. Давайте рассмотрим всю эту ситуацию с влюбленностью Наруто в Сакуру. В 10-м фильме Наруто под названием «Последний фильм» нам все детально показали и раскрыли любовную линию Наруто с Хинатой. Однако, некоторые, может, и не поняли до конца, поэтому не лишним будет в такой-то день порассуждать на данную тему. Ну, во-первых, нам ясно дали понять, что Наруто никогда не любил Сакуру, как любят свою избранницу. Он даже не мог отличить любовь к Рамину от любви к Сакуре, то есть у него еще не было такого понятия и чувства, как влюбиться в кого-то по-настоящему. И как сказала сама Сакура, он никогда ее не любил, и это для него было просто как соревнование, чтобы побороться за нее с Саске. И также она добавила: «А вот в Хинату ты уже влюбился по-настоящему». Из этого уже можно понять, что нам хотел донести автор через слова Сакуры. Надеюсь, все помнят, что 10 и 11 фильмы Наруто — это канон. У них даже свои новеллы есть, где рассказывается даже то, что не могли показать в фильмах. Так вот, то, почему Наруто выбрал Хинату, а не Сакуру, мы уже поняли. Далее же он, получше узнавая ее, просто влюбляется в нее. Впрочем, как и в реальной жизни. Все эти моменты с флешбэками, когда они пробирались через проход на Луну, на всех наложили гинзюцу. Вот тогда Наруто и понял, что все время не замечал, как Хината восхищалась им и наблюдала за ним всегда. Видя ее доброе сердце и то, какая она хорошая, хотя он это и так должен был знать, он понемногу еще сильнее влюбляется в нее. Да, и Хината правда подходит для Наруто. С самого начала просмотра данного аниме я всегда хотел, чтобы Наруто выбрал именно Хинату, а не Сакуру. И я очень рад тому, что Кишимото свел их вместе. Да и когда любовь взаимная, это очень круто, и они оба готовы отдать жизнь друг за друга. Насчет Наруто и объяснять не стоит, почему. А вот Хината наглядным примером это продемонстрировала, когда Наруто бился с Пейном. Когда всем сказали не мешать и они стояли в стороне, она не смогла смотреть, как Наруто избивают и делают ему больно. Поэтому она решительно вступила в бой, чтобы защитить его всеми усилиями. Да, конечно, Хината не смогла одолеть тело Пейна, но она решилась защитить Наруто, заведомо зная, что может и умереть. И этого вполне достаточно. Какой же это грустный и непонятный момент был, когда Тенда проткнул тело Хинаты. А ты такой думаешь, неужели это все? Неужели он убил ее? Ну, хорошо, что она все-таки выжила. Будь Хината не такой застенчивой, скорее всего, Наруто и пораньше влюбился бы в нее. То есть я имею в виду, что она не решалась признаться ему в любви. Да даже на момент 10-го фильма, когда ей уже 19-20 лет, она все еще была такой же застенчивой. И судьбе так уж пришлось всячески разными фокусами показать Наруто истинную картину. И увидев все это, Наруто чувствует странные ощущения в области своего сердца. Он сначала не понимает, что это такое, но позже до него доходит, что это и есть настоящая любовь. Именно такое ощущение бывает у того, кто влюбляется по-настоящему. Он до этого уже говорил с Сакурой и в тот раз не мог отличить любовь к человеку от любви к еде. А теперь он понял, в чем же было различие. И Наруто начинает ухаживать за Хинатой, и так получается, что даже признается ей в любви. Конечно, Хината была очень рада этому, но в тот момент сложилась такая ситуация, что она должна была уйти из Тоннери. И только поэтому ей стало очень грустно. Но отбросим эти сюжетные моменты. В итоге они признались друг другу и стали любовной парочкой. Да и кстати, в новелле описывался такой прикольный момент, когда Наруто предложил Хинате пойти в ресторан. Хината, увидев Бекуганом, что у него мало денег, предложила пойти вечераку рамен. Вот такая вот заботливая девушка попалась Наруто. Ну а после они женились и завели детей. Конец. Надеюсь, вам понравилось видео. Кстати, можете проголосовать у нас в группе, кто по-вашему больше подходит для Наруто, Сакура или Хината. Ссылку вы найдете в описании. Опять же, поздравляю вас с днем всех влюбленных и желаю вам хорошо провести время со своей парой. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось, и подписываться на канал. Ну а с вами был Анизора. Всем удачи и всем пока. Let's get this started again.